А тут же, как его зовут? А. Ну что, друзья, People Star зажигает, как говорится, в заведениях и находится рядом с нормальными людьми, которые очень адекватно соображают по поводу вообще интернета и публики, и всех, кто живет в интернете. Друзья мои, Лера Туманова хочет поздравить вас с замечательным праздником Новый год, и мы немножко с ней чуть-чуть поговорим сейчас о творчестве. Вот. Ну и я готов предоставить вам микрофон. Друзья дорогие, с удовольствием поздравляю вас с Новым годом. И знаете, хочу вам пожелать всем зрителям и мне как интернет-аудитории, чтобы как можно больше в нашем музыкальном бизнесе появлялось новых имен, чтобы ребята, которые приезжают из регионов, прорывались на нашу сцену, потому что, правда, уже очень надоели одни и те же имена, одни и те же лица. И мы, как молодежь, мне кажется, я не совру, да, и многие меня поддержат, очень хотим ярких новых песен, ярких имен, ярких ребят, которых мы будем поддерживать. Вот пусть 2012 год принесет новую энергию. Ну и, конечно же, безусловно, всем счастья, здоровья, любви, перемен к лучшему, и чтобы в нашей стране была стабильность. Ты же тоже, ты поддерживаешь? Да, я поддерживаю стабильность и все остальное. И хочу просто пожелать, наверное, всем зрителям интернета, то есть людям, которые, в принципе, сидят либо с банкой пива, либо с сигаретой, либо с ноутбуком, либо с айфоном, да, это люди, которые ценят информацию и ценят свое время. То есть они не будут смотреть передачу от начала до конца. И выбирают информацию, что важно. Да, самое главное, что у них есть единственная возможность, которой нет у людей, которые занимаются продвижением себя на телевидении. Они могут перемотать, а другие не могут. Поэтому перемотать можно и остаться, да? Либо выключить сразу, чтобы не ждать еще полчаса, когда твой любимый певец там начнет петь песни. Ну, к примеру, я имею в виду телевизионную аудиторию. У меня нет дома телевизора, я не знаю. Мне вообще, вот у моих друзей тоже нет дома телевизора. Мы обходимся без этого. А вы когда-нибудь видели вообще, как он выглядит, телевизор? Да, конечно. Сейчас такие тоненькие плазменные панельки. Я знаю. То есть он, в принципе, уже практически ничем не отличается от уже монитора, и поэтому, скорее всего, скоро перестанет существовать как единица отдельная. Но помните, как в «Москва слезам не верит» один актер говорил: «Ничего не будет, кроме кино». Вот я не думаю, что останется только интернет. Конечно, друзья, останется телевидение для наших мам, пап, бабушек. Нет, просто аудитория у интернета уже изначально сейчас больше, чем у зрителей телевидения. Да, безусловно, потому что ты интернет можешь включить в любую секунду. Совершенно верно, в метро. Только то, что тебе интересно. И не фильтруй информацию, несмотря рекламу абсолютно никаким образом. Да. Лер, скажи, ну вот что-то новое это у тебя есть для твоих почитателей, твоего таланта, для вообще людей, которые будут подключаться к твоим песням, да, будут из тех людей, которые будут у тебя в дальнейшем, ну, не у тебя, а будут тебя вдохновлять на какие-то новые, какие-то творческие шаги. Вот что-нибудь такое интересное есть вот именно для зрителей интернета? Или ты так чисто теоретически можешь остаться на волне там любви, еще чего-то? Или все-таки ты как-то будешь уже переходить в целевую аудиторию тех, кто сидят именно с компьютерами? Ты знаешь, у меня в 2008 году, я была еще, правда, не взрослая, да, у меня вышел первый альбом, который продался тиражом 350 тысяч, и, то есть я не начинающий артист в смысле песен, поэтому мне всегда есть чем порадовать своего зрителя. И слышите мою новую песню «Дай мне огня» на радиостанциях, я думаю, надеюсь, во всяком случае, очень-очень, что она вам понравится. А еще заходите ко мне на страничку в Facebook, буду очень-очень вас ждать, Лера Туманова. Ну что ж, это было очень приятно. На интервью в преддверии Нового года. И во всяком случае, я думаю, что количество твоих почитателей, твоего таланта и людей, которые будут к тебе относиться как к человеку, которого нужно слушать, потому что в интернете это очень редкие люди, которых можно слушать и читать, да, ты понимаешь? Я думаю, что количество их обязательно увеличится в этом новом 2012 году пропорционально заходам на твою страницу новых и новых посетителей и новых юзеров, будем говорить так. Я, собственно, желаю того же вашему прекрасному порталу. Очень приятно, что вы поддерживаете молодых артистов. Это правда, это очень дорогого стоит, и это очень важно. Я сейчас даже не говорю о себе, хотя мне тоже приятно, и я благодарна. А хочу вам пожелать обращать внимание на молодые лица, потому что, правда, я каждый день получаю письма на Facebook от ребят, которые, ну, не могут пробиться, правда. С
средства массовой информации. Вы наша же четвертая власть, ну помогите им, правда. Вот я от всех ребят, потому что я тоже не москвичка, я приехала из региона, и случайно абсолютно меня заметил музыкальный лейбл, и вот ну так звезды стали, наверное. Вот поэтому я очень этому желаю расширения вашей аудитории. Смотрите, слушайте, удачи вам. Да, спасибо. Но мы хотим еще передать привет. Ты откуда приехала? Я приехала из Украины, из Севастополя. Ну так прекрасный регион, надо передать Севастополю. Нас на Украине, кстати, смотрит огромное количество людей. Ну, по отношению к России, конечно, меньше, но где-то, ну, процентов, ну, 40, наверное, от аудитории, от общей, это смотрит нас на Украине. Поэтому ты можешь передать Черному морю, прекрасному городу Севастополю, городу воинской славы, а также всему побережью, там, Ялте, Евпатории и другим прекрасным городам тоже... Поздравляю их с Новым годом. И... Ребята, дорогие мои, любимые друзья, которые остались в моем родном городе, я... Господи, у меня нет слов, на самом деле, чтобы сказать, как я хочу к вам. И пока у меня, к сожалению, вот весь декабрь расписан, не могу я к вам приехать из-за концертов, но с удовольствием приеду в гости в январе. Желаю вам счастья, желаю вам любви, чтобы осуществились какие-то ваши задумки, мечты в 2012 году. И, ну, в общем, ждите меня, мы скоро зажгем. Да, и смотрите нас в Фейсбуке. Не забудьте, мы вещаем на страничке, как ни странно, Star Show TV и People Star тоже. Да, заходите к ним на Фейсбук, они классные. И к ней тоже заходите. Скажи нам номер своей странички. А, Лера Туманова, забивайте, и я там одна. Все, с сегодняшнего дня все начнем забивать и заходить к тебе в гости. Будем ходить друг к другу чаще. Будем все, ходить друг к другу привет, в гости. Интернет.